снова на Warface подсел? РМ и катаешь, вижу. Есть такое, братишка. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Ркутагин, капитан очевидности и прекрасный Warface. Сегодня качественно понагибаем, а может быть и понагибаемся, с пистолет-пулеметом CSV-9. Ствол интересный, но, по мнению многих, спорный. Кто-то взял его в руки и не жалеет, используя одиночную версию. Именно о ней сегодня говорить и будем. А кто-то считает, что старый добрый кедр куда лучше. Но то есть некоторые основания. Первая причина заключается в том, что у CSV есть неприятный баг с прицелом. Да, возникает он нечасто, однако иногда в пылу сражения обнаружить, что твой ствол кривоват во время РМа, крайне неприятно. Однако я бы сказал, что этот недостаток все-таки минорный, и есть основания куда более важные. Это сам прицел CSV-9 и его стрельба. Все-таки отдача и тряска здесь побольше, нежели у кедра. Но делает ли это данную пушку аутсайдером? Вот лично я так не считаю, и мой выбор пал именно на этот ствол после его выхода. Последние пару дней играю с ним очень и очень плотно, используя вот такую сборку. Есть варианты и другие, но почему бы и нет? Разница невелика. А потому прямо сейчас, друзья, мы возьмем эту классную, обалденную ППХ в руки и отправимся на РМы. Именно так, и хорошенечко там. Понагибаем. Это типичный новичок. Он скачал Warface и его тут же нагнуло. А это Яша. Он воспользовался ссылкой в описании, покрутил бесплатную рулетку, получил отличную броню и могучие пушки. Кроме этого, при первом пополнении счета Яше плюс 100% кредитов придет. Врывайся и ты. Warface тебя ждет. Георгий Обедоносец преследует противника. Очень смешно, Кэп. Вот, блин, я сейчас реально не посмотрю, что у меня РМ, я тебя леща пропишу. Как минимум, сука, подлещика зверского. Не начинай, блин, что ты начинаешь? Друзья, вы мне пишите иногда, что типа, я Кэпа обижаю. Че его обижать, блин, он сам начинает. Он реально сам начинает, в большинстве случаев. Ему слова не сказал. Он Боже, сказал. Какой АИМ. Иди в жопу. Лучше, чем у тебя, понял? Зачем идти в лоб, если можно обойти, правильно? Мы уничтожили вот так. Врага. Так. Хедшот, baby, you got. О, кстати, да, даблкил. Спочином, врачина. Благодарю. Да, блин, ну кто эти гранаты дымовые, блин, газовые вел, а? Разработчики, они явно не для РМа. Чё, старый, в себя поверил? Да, поверил, имею право, сука. А зря, мышь ты серогорбая. Твое дело в углу сидеть, мы это давно уже поняли. А, сука, ну ты все, блин, ты... Это мы только начали, мы после еще поговорим. Есть пробитие, детка. Ну вот так, даблкил. Знай наших. Да, они нас, конечно, капитально обложили. Нехорошо. По-моему, еще кто-то есть, да? Так, где-то здесь. Нет, сука, патрон! Жопа. Как всегда, самые дебильные мины на свете ставишь. Ой, Кэп, давай, давай, расскажи мне про какие-то там киберспортивные позиции, сука. Мои зато работают, а те, блин, один раз из 100. Я в ахуе. Ощутил, сука, понял, да? Учись, пока я жив, блин. Вот так вот, хедшот. Мины у меня не те. У меня как раз мины, знаешь, опытом, сука, проверенные. Вот так вот. Как и киллы, и позиции, и все остальное. Вот так вот. Сочно. И прочно. Первая каточка действительно выдалась достойной. Но сам знаешь, один раз это не показатель. Это верно, друг мой. Один раз действительно не показатель, но 14 фрагов, 5 хэдшотов, где you got owned, начало положено. Ароматные булочки. Да, есть такое. Хотя, Кэт, блин, о чем мы говорим? Это игровой персонаж. С другой стороны, булочки-то реально ароматные, сука. Знатные, прямо скажем. Да, Warface этим прекрасен. Тут есть на что посмотреть, есть чем полюбоваться. По-своему, все-таки, вот так, детка. Великая игра.
Нифига он мышь, короче. Запрятался такой, хитрюга. Да, знаем мы таких, сука. Да мы и сами в какой-то степени. Ну, вы понимаете. Так. Там снайперюга. По-моему, там был, да. Ага. Да, снайперюга. Ну ладно. Вот так вот. Это ему не помогло. Пацаны, куда вы смотрите? Угу. Идут и тут. Есть. Давай. Есть, детка. Успех. А вот это было по красоте. Ну вот. Рад, что ты оценил. Братуха, будь добр, запотей. Ну, это как получится, Кэп. Так легко сказать. Так. Давай. Минка сработала, слушай. А походу реально? Сейчас запотею. Да. Да, детка, запотели. Very good. Что-то везет сегодня на Дэшку. Ну да, не поспоришь. Хедшот, детка. Че Дэшка, блин? Ну так вот. Ты помнишь, Кэп, времена КВ? Дэшка только и была повсюду, блин, везет. Вот тогда реально везло. Аж тошнило от нее. Так. Есть. Есть. Да. А вот это уже похоже на тебя. Да. Я же говорил, что ты мышь грузовая. Сука, даже спорить сейчас не буду. В какой-то степени он прав, ребят. Но мы ведь все такие на самом деле где-то внутри. Мы все немного люркеры. Мы все мыши грузовые, сука, серогорбые. Это же правда. Это ж такой кайф, понимаешь? Переиграл, уничтожил называется. Именно так. Ах, молодец, сука. Да, детка, да. Вау, переводочки. Да. Выходит, все-таки ты не настолько стар. Я супер стар. Да, вот так. Нормалды, нормалды. Ну как нормалды? Двое наших мертвы, а так в целом, да, нормалды. Почти сихи получается. Ага. Так, где-то еще есть. Есть, вот так вот. Вот это я понимаю, вот это успехи. Ага. Мы выиграли раунд. Бомба потеряна. Сочно! Боже, какой же ты дебил. Headshot. Давай. Цып-цып, детка. Так, отлично. Ну ладно. Что ж, убедил. Достойный ствол на РМе. Это твой CSV. А у меня и сомнений не было. 17 фрагов в финальной катке. 12 хедшотов, где you got owned. 8. К нам мы сыграли. Неплохо так понагибали. CSV реально хорош. Да, конечно, на фоне СТК, уже в сотый раз говорю, наверное, не то пальто, но СТК скоро уже будет тоже не то пальто. Посмотрим, что нас ждет дальше. И как себя покажет CSV после обновы. С вами, как всегда, был Ракутагин, капитан очевидности, прекрасный, неповторимый Warface.